Всем привет! Сегодня у меня такие интересные приключения. Дорога полностью замело, просто полностью занесло. И пришлось поехать на коне в село Демино для того, чтобы забрать тушенку. То тушенку, что мы продаем в магазине, это наше мясо, но делается тушенка здесь, у наших друзей, тоже переселенцы, живут в Демино, Женя и Маша Киселева. Вот. Они сейчас не дома, потому что Маша недавно родила ребятенка, и они сейчас в роддоме в Бийске. Но нам нужно забрать вот тушенка. Дороги не было, вот поэтому приехал на коне, и сейчас увезу тушенку. Вот, загрузились, вот конь, вот тушенка, а вот Андрей со Степного, тоже среди переселенцев. Вот, на Патрике привез меня от Демина 5 километров до вот здесь вот сворот на нашу землю. Ну, не на нашу землю, а к нашей земле, так скажем, заезд. Вот, сейчас будем подниматься. Вот уже с вами так заочно познакомился с Женей Киселевым из Демина. Вот тут Андрей, который со Степного. Приветики! Скажите, пожалуйста, в комментариях, интересно было бы такая полурегулярная рубрика, типа «Пятница с переселенцами»? Скажите, как вы думаете? Ну вот конь. Вот, загрузили кучу тушенки. Вот, верный пес. Там Андрюха на Патрике выезжает. Здесь пока дорога более-менее. Вот там наверху все переметено. И вообще... Вот, так что доедем сейчас до дома быстренько. Дакота. Ну, пойдем. Давай, залезай. Ну, вот сюда. Вот. Давай. Садись к нам. Не хочешь? Ну, беги. Порой так кажется, что вся вот эта современная технология – это желание прийти к тому, чего уже было. Как говорят автомобили, автопилоты. А у меня уже есть автопилот. Какой-то Хьюз. Ветерок поднялся. Вот, прорезаем почти что свежий след. Я туда ехал, совсем было вот так. Вот. Сейчас. Вот, второй раз проезжаем. Вот тулуп. Вот пес верный. Вот. Отсюда должно быть видно уже ферма. Вот. Ферма у нас там впереди. Вот видится ферма. Ну и вот, друзья, все посылки собраны, готовятся к отправке. Сейчас вот они к вам и поедут. Спасибо вам огромное всем, что вы поддерживаете нас, наш образ жизни, тем, что заказываете в нашем магазине прекрасные, хорошие, потрясающие продукты. Напоминаю вам, друзья, весна, авитаминоз. Набирайте Иван-чай. Это лучшее средство для поддержки организма иммунитет в эти весенние месяца. Спасибо вам всем огромное, что вы помогаете нам достигать нашу мечту на эту прекрасную Господню землю. Давайте с Богом.